Здорово, шофера! Мы продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2. Нифига себе, я рэп зачитал. И в этом видео мы прокатимся по небольшой пригородной карте Польши под названием Пиекари ВЛКП Печен на стареньком автобусе MAN UL242. Довольно мало инфы об этой модели автобуса в интернетах, по крайней мере я мало чего нашел, а может быть просто плохо искал. В моде присутствуют три модели автобуса: UL242, 272, 292 и 312. Маршрут сегодня будет достаточно коротенький, всего 10 минут, об карте мы поговорим по позже. Небольшой обзор делать нет смысла, ничего нет. Переходим в салон и смотрим, что у нас есть внутри. Итак, мы находимся в салоне данного автобуса. Все выглядит замечательно, с интерактивом здесь немножечко беда, да и в принципе нафиг он здесь не нужен. Проверим люк, наверное. Да, люк есть, даже очень громко. А, форточек, ну, я так понимаю, что нету на этой модели. Давайте перейдем дальше, переместимся. Ну, текстурки сидений в порядке, пол тоже пойдет. Да и, в принципе, все здесь в целом неплохо. Небольшая площадочка имеется у нас. И даже небольшие, как бы так называемые, горы, да, присутствуют. Но вполне себе, вроде как, ничего. Так как автобус пригородный, достаточно вместительный. Сколько здесь число мест, я не знаю. Но гуглить я не мог. Вот так у нас все выглядит в районе места водителя. Ну давайте перейдем на место водителя и посмотрим, что у нас там. Потому что, по-моему, больше здесь ничего нету и детально нечего рассматривать. Но кнопочка кликабельная. И это здорово. Так, попали мы на место водителя данного автобуса. И мне действительно здесь все нравится. Меня полностью все устраивает. Все текстурки, вид вообще в целом, это как бы типа Мерс получается. Кстати говоря, автобус без аддона Mercedes-Benz O305 у вас работать не будет. Может быть и будет, но как бы рекомендуется либо его купить, если у вас Steam-версия, либо его просто-напросто скачать. Имеется касса у нас здесь, ссылочка на мод, естественно, будет в описании и на карту тоже. Также что у нас здесь, МКПП, естественно, но механика, то бишь, смотрите, даже тут кабачок какой-то есть, да, давайте запустим автобус, пускай он греется. Вставляем ключик и запускаем. Надеюсь, проблем с коробкой у меня не будет. Навалить печки на 15 градусов, ну, давайте попробуем. Давайте попробуем чуть-чуть, буквально вообще чуть-чуть, пусть у нас греет наш автобус. Так, включил, не включил, вроде включил, да, задуло все. Так, это на нас типа будет, ну пускай на нас тоже дует. О, как громко, не-не-не, выключаем. В принципе, по приборам все четко, да, ну то есть они как бы, ну не круглые, но ничего страшного. Это все фигня, издалека это даже незаметно, лампочки, все кнопочки. Ну, все стандартно, как бы, как и MAN Merz, ну, в целом, не знаю, есть ли смысл вообще их нажимать. Также, что еще здесь, форточку проверим, форточка у нас получается, ага, да, вот так вот,
Все, открыл, покурил, закрыл, да, штора. Ага, штора есть, текстура. Ну, пойдет, в целом пойдет. В принципе, что еще вам здесь показать? Вроде как бы и по большому счету все. Количество остановок, ну тут совсем, можно сказать, ну ничего, 4 остановки, ну и маршрут у нас 10 минут получается. Так, друзья, включаем свет, подошло время наше, нам нужно подъезжать к остановке. Так, понятно, с первой можно не трогаться. Я катался на автобусе, но катался без руля, как бы сейчас я подключил руль, трекер. Коробка, все дела, тормоза резкие достаточно. Дверь долго открывается, поэтому нужно как раз заранее. Hello, hello. Так, денежки берем. Danke. Einmal normal. Danke. Можно было запариться с кассой, я не стал. Я как бы не особо их понимаю, не особо их люблю. Так, 14 минут, еще немножечко стоим. Панелечка красненькая, та самая. Вверху сегодня у меня что-то не работает, не знаю. Вот почему-то, когда автобус спаунишь, то она перестает работать. В принципе, все, все сели, закрываем обе двери. Даже свет, смотрите, включается, когда дверь открываешь. Это мы еще с вами оценим. Центруем трекер, давай вторую, нафиг, со второй тронемся в газку. Опа, нет, нифига, пацаны. Со второй тяжело трогаться. Так, есть там кто? Ах, хрен его знает. Обратите внимание, справа это просто картинка, как бы. И это, кстати, хорошо сделано. Как бы не просто пустота, а вот картинка. Ну, пассажиры ругаются на польском или на немецком. У меня с польским и немецким, как бы, разговор короткий. Я их просто не знаю, вот и все. Так же, как и с английским. Что сказать по карте? Ну, небольшая, да, небольшая. Не всем она, наверное, понравится из-за своего, так сказать, масштаба. Секунду, отцентруем трекер, чтобы было удобно. Но здесь присутствуют просто наивеликолепнейшие виды, интересные пути. Так, и что, здесь все 30 км в час так и идет, получается, или что? Мы даже, типа, не можем заценить, сегодня опаздываем мы или нет. Но мне понравилось, как бы, я прокатил маршрут, мне зашло, в принципе, есть вот плюсы в маленьких картах, что они достаточно детализированно вот проработаны в плане, вот смотрите, как красиво, да? Лес, все дела. Ага, просится на выход. Покидаем этот пиекарь. И сори, ребят, если я неправильно читаю, поправьте в комментариях, как правильно. Опять же повторюсь, я плохо знаю языки, даже тот же международный английский. Вот. Автор как бы даже дописал, что вы сможете даже увидеть узкоколейный паровоз, перевозящий какой-то груз. Но, как бы, с релиза прошло уже 3 года, обновлений я как бы так и не нашел. Вдруг, может быть, вы являетесь фанатом данной карты, может быть, вы знаете, где-то есть обновленная версия какая-нибудь. Ух ты, а какие здесь тормоза резкие, очень даже. Вы там нормально, ребят? Не ушиблись? Народу мало, ну самоизоляция, понятно, все. Карта как бы что, из поселка в поселок, время 10 утра, все, кто на работу, уже уехали, и как бы такой час пик основной уже рассосался. Обратите также внимание, вот вдалеке как бы мы видим картинку, не пустоту, не просто там что-то вот, а просто как бы картинка, и создается такое как бы ощущение, что ты... Ну, вдалеке что-то есть, что это не коридорная, как бы, карта. Да и в целом вообще игра это как бы коридорная, как и Евротрак тот же самый, как и Train Simulator, это все игры коридорные.
Короче, звуки автобуса как-то тиховаты. Может быть, в реале, конечно, вот так и есть. В целом, мне он нравится, как бы, как он выполнен. Так, вот здесь наша остановка. Вагуо. Или Вагуо. Так, я и не понял. Давайте попробуем заехать. Пассажиры здесь все равно хотят... Ага, смотри, на заход есть тоже. Опа, бордюрчик цепанули, да, это нормально. У меня еще руль... Почему-то настройки сбиты. У меня руль как бы колбасой крутится, это не есть хорошо. От каждого движения он начинает крутиться. Так, получается, мы даже опаздываем. Да, ну само собой, я плелся как старый. Извините меня, пердун. Так, центруемся. Первое. Я вообще хотел на эту карту запистонить мана поновее, но вот подумал, как бы на одиночный маршрут можно как бы и старичка такого запихать между поселками. Дороги здесь сами видите, какие, и новый какой-то автобус сюда, ну не совсем подойдет как бы. А так в целом, да, такая польская деревенька, можно сказать. Какой-то вот даже трафик вписан, если присмотреться. Такое короткое расстояние между остановками. Чё-то прям очень резкие тормоза. Ой, автобус затрясся. Вы нормально? Зайдете? Да, здорово, здорово. Алло. Алло, алло, алло. Так, смотрим расписание. Ну, это получается крайняя остановка у нас. Следующая будет уже конечка. Данный автобус, он распространен достаточно в наших странах СНГ, Россия, Украина. Да, видел, встречал, как бы, и ребята писали. Я уж не помню, просил ли меня кто-то на этом автобусе что-то снять. Но я снимаю для себя, и ваши комментарии я читаю, само собой, я вижу их. Принимаю к сведению, и, возможно, некоторые ваши пожелания будут исполнены. Точнее, даже большая их часть. И вот еще, чем меня здесь прикололо. Кстати, да, мы сейчас, не знаю, попадем под зеленый или нет. Да, мы попадаем под зеленый. Нет, попадаем под красный, как раз таки. Здесь у нас копают. На этой карте, конечно, будет здорово смотреться осень. У меня здесь же уже получается, ну, поздняя весна, лето. Весны как таковой в Омсе, ну, лично я понял, что нету. Потому что ставишь весеннее время года, там, апрель, то у тебя как бы деревья со снегом получается. И это не круто. Это не круто. Все, кто ждал весну, да, вам большой привет. Вам большущий привет. Давайте автобус, что ли, посмотрим. Да, народ весь на выход, значит, следующая у нас уже конечная. Ну, цвет выбрал такой желтенький с белым. Раскрасок много, выберите любую. В основном все, конечно, под Германию заточено. Ну, может быть, этот цвет тоже где-то в Германии больше распространен. Но я выбрал вот как считаю нужным. И... то напишет там опять в комментариях, что все неправильно и не так должно быть в реале. Лесом, пацаны, давайте. Удачи вам. Мы играем в игру, как бы. Номера, кстати, нету. Но это ладно, черт с ним. Главное, напишется, ну, вот это. Пьечин. Пьечин. Я не знаю, как правильно читается, я не буду позориться лишний раз. Что-то он один только здесь долбит. Ну ладно, прикольно. Не, вообще прикольно, что это здесь есть.
Как бы и такой маленький маршрут, он компенсируется вот этой вот мелочью, например. Ну, хотелось бы, конечно, увидеть продолжение карты. Вот остановка, с которой мы стартовали, она, как бы, я так понял, это просто временно сделано. И она, наверное, будет дорабатываться, как бы. Ну, дорабатывалась бы, если бы карта вышла. Может быть, она и вышла. Этого я так и не понял, к сожалению. Ну, так, прямо пролетаем, да. Все нормально. Светофоры мелкие, просто не разглядел, как бы, сразу. Ну и как бы уже получается город, получается. Ах, конечку проехал, опять. Опять. Молодец. Ну да, молодец. Я просто не стал эти знаки подрубать, которые бы нам указывали. По той простой причине, что просто как бы мы в основном все прямо ехали, здесь нет поворотов, заблудиться тяжело. Ну, как видите, я, конечно же, проехал остановку. Рейс без косяков, это не про меня. Что ж, мы приехали, и как бы на этом наше видео подходит к концу. Мой вывод, мне понравилось, автобус супер, карта тоже мне вполне зашла, хочется продолжения, надеюсь, когда-нибудь будет. Пишите ваши комментарии, на чем мне прокатиться, на каком автобусе, по какой карте, я все учту, все запомню, помечу и так далее. Всем большое спасибо за просмотр, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про подписки, лайки и ваши комментарии, задавайте вопросы, на все постараемся ответить. Всем огромнейшей удачи, всем счастливо, мойте руки, сидите дома, всем покеда.